мне приготовь. Ребят, привет. Хочу вас познакомить со своей девушкой. Это Наташа. Привет. А можно мне сок? А у тебя сколько процентов? У меня 1. А у меня 96. Слушай, а какие у нас все-таки девчонки крутые. Ага. Блин, а вот как они классно спят. Представь, они даже дома спортом занимаются. Следят за своей фигурой. А как они кушают, мило, а? А еще они у нас чистюли. Да, не то что мы. О, мои, такая грудь классная. А у меня такая пышечка. Знаешь, Наташ, я тут подумал и все взвесил и решил, что нам надо расстаться. Он меня бросил, как мне дальше жить? Ой, не расстраивайся. Ну, конфет, не хочу. Вы расстались с парнем? Вам грустно? Забудьте про это. Начните жизнь с чистого листа. Пятница не хочет быть сегодня одна. Какая разница, где я не отвечаю на номера. Я хочу угорать, но уже в океане. Дискотека алкоголя и марихуаны. Чё вы ржёте, у вас вообще ни одной фотки нормальной нет. I want y'all to do this dance now. Juju on that beat, juju on that beat. Juju on that, juju on that, juju on that beat. Не может быть! На, еще раз, сфоткайтесь! Да как так-то? Ламбада, мы танцуем, ламбада, песни. Наташ, слушай, там планы немножко поменялись, никуда не едем. Ну ты же не расстроилась? Нет, не расстроилась.
Любимый, я тебе тут покушать приготовила, садись. Слушай, мы уже зашли с пацанами в маке, поели, поэтому я не буду. Я так давно все хотел тебе это сказать. Становись, хватит, просто люби, кстати. Нервы, нервы рвутся, как струна. Между нами вновь война. Инфинита неизбежна. Эти нервы. О, какой чудесный клуб. Я еще не понял, что мир так тесен. Ты ванну набрала, сейчас капать. О, ванна. Просто меня добила. Ну, значит, подглядывай. Смотри, какие в этом мячике сиськи большие. Ну, может, го, зародимся? Не буду играть, мне вообще это сериал. Как обычно. Может, зарубимся? Ну, давай! А, может быть, сфоткаемся? Давай потом. Давай сфоткаемся. Давай. Нет, это же химия. Семья. Конечно. Ну и вонище, блин. Дим, вставай. Так, ты встаешь? Да, встаю. Ну мы уже опаздываем, вставай. Наташа, я пойду в бар. Часочек. Ладно. Оп, привет. Чуть-чуть задержался. Любимая, у меня для тебя подарок. Садись, я сейчас буду тебя рисовать. Ну, давай. Ну, как тебе? Да ладно, я шучу. Вот. Ну и кто свои вещи по всему дому разбросал? Так это же твои вещи. Ну и ничего страшного. Валя! Ты что такой единоличник сделал? Что, я только себе? Так я же тебе его сделал. Понятно. Скажи, а ты меня любишь? Доброе утро, милая. Не трогай меня. Что случилось? Ты меня не любишь. С чего ты взяла? Ты мне так ночью сказал. А ты мусор выбросить не забыл? И чё ты так спишь? Ну и как ты ешь? Ну и чё ты на себя напялил? Ты, кстати, опять не помыл за собой посуду? И вообще не дыши. Чувак, я тебя поживу немного, моя, дай его. Ну ладно. Саша, иди покушай. О, хапчик. Слушай, а может быть фильм про любовь посмотрим? Ну давай переключай на любовь. А может порно посмотрим? Ты что, дебил? За нас. Че, где полотенце? Сам найду. А туалетки больше нет? О, полотенчика. Да, братан, хата свободна. Зови всех и девочек не забудь. Саш, ну это ж твой друг. Ты чё, как я буду сказать? Скажи, чё сказать? Скажи, что ты поздал. Ладно. Слушай, Димас, чё? Мы тут с Наташей подумали, может быть... Да я знаю, я уже догадался. Я остаюсь у вас жить. Нет!